Всем привет, с вами канал Кооператив Гейминг, меня зовут Ноксвелл, и мы начинаем прохождение игры Wolfenstein The New Order, или же Новый Порядок. Да, я в подкасте обещал его пройти, вот начинаем. Даже не знаю, какой уровень сложности выбрать, два последних наверняка нет, потому что это для YouTube, для прохождения для вас. Я не хочу... Тут можно жестоко нубить, поэтому выберем что-то из этого. Скорее всего, подходите, потому что по пуль можно поиграть, как-то нет. Я уже играл и играл, по-моему, на «Не бейте меня». И там нормально, враги. Игра у нас вышла в мае. И это типа новое поколение. Типа совсем next gen. Ну посмотрим. Графика мне уже нравится. Хоть это и как бы катсцены, но мне уже нравится. Играем мы за Биджея, если кто знает. Привет. Доктор Хаус? Что ты тут делаешь, доктор? Играем мы за Биджея. Это он возглавляет все остальные части, которые были в Wolfenstein. Ну, то есть они преданы одному персонажу. И сейчас это, наверное, уже реально самая последняя часть будет. Это будут 60-е года. Вот это вот. Но сейчас это не 60-е, кажется. В общем, графика мне очень нравится. Я большой фанат этой игры. И даже несмотря на то, что в первых частях, там, 90-х годов, там они... Вот, можете пока почитать. Там графика не очень, но геймплей захватывает. Вот эти вот зомби, всякие мумии. А самое главное, боссы. Я помню, мучился с боссом. Как же его звали? Так, не то нажал. Генрих Первый, кажется, его звали. Его нужно было убивать с пулемета, но ему помогали ведьмы. Это... Или одна ведьма, я не помню. Это было очень прикольно. Че я сейчас нажал? Мне нужны инструменты. А где их взять? Вот тут вот. В общем, да, я большой фанат и с удовольствием пройду это для вас. Уже постараюсь пройти все, потому что, ну, не делать никаких перерывов, а пройти все сразу. Потому что лето и... Ай-яй-яй-яй-яй. Можно было бы назвать эту серию первым взглядом, но... Нет, первый взгляд делается, когда игра только вышла. Ух ты, колбасит нас. Если иногда будет... Так, что это? О! О! Дневники хранят самые важные заметки. Вот у нас есть журнал. Да, сбросить груз. Теряет высоту, придется бежать в хвост самолета. Да, ну тут у нас типа как миссии, да. Ну, говорят, что делать. Перки есть. Они, по-моему, прокачиваются сами. За ними можно только следить, что они делают. Коллекции. Пока у нас Доктор Хаус только есть. Так, и дневник. Ладно. Ух ты, нам дали нож. Вот так вот он выглядит. И что делать? Ага. Бласкович. Я привык его называть Биджей. Так. По сути, вот это все сейчас должно... Как мандражирует камеру. Это нереально. А если бахнуть? Нет? Палите. Блин. Так, нам уже дали даже побегать. Ах ты, ё-моё. Вот вы видите внизу шкалу. Ну, не шкалу, а численность здоровья. У нас 100 и 0 защиты. Тут максимально, это я не знаю, это, наверное, первая игра. Но я раньше не видел, что максимальное количество здоровья... Ух ты. Я не знаю, сейчас что-то, наверное...
пошлое вам показалось, но нет, это не то, о чем вы подумали. В общем, тут жизни может быть больше, чем 100. Ой, свои. И это интересно, да. Такого, ах ты, ё-моё, почти нигде не было. Так. Ну, сейчас оно похоже очень на Saints Row. У нас миссия такая была в самом начале, там, где мы валили кораблики эти. Инопланетные. Блин, тут и свои летают, и чужие, ё. Хватит, хватит. Это у нас вот здоровье есть у нашего самолета. Ну, блин, они задолбали. Задолбали, они, блин, пролетают прямо передо мной. Этими лучами бесят. Щут. Угу. Ты ж нас спасешь, ты ж доктор. Ух ты, ё-моё! Это можно добавить в песенку. Suffer, bitch! Эй, не бей меня, паскуда, эй. Я ж говорил, он меня спасет. Это ж доктор Хаус, ё. Сюжет тут не разделяется, а... У него даже нос такой же. Посмотрите, реально с доктора Хауса. Сюжет здесь будет несколько лет длиться, что ли, вот так вот. Ну, это пока не буду спойлерить, посмотрим. Так. Не, ну реально похоже на... Не помню. Привет! О, это как в Far Cry. Убери радар. Тяни за рычаг. Где? Ух ты, спокойно. Так близко самолет, да иди ты в жопу. Че, нам надо будет прыгать сейчас, да? На тот самолет. Блин, как близко, слушайте. Тот самолет скорость понижает, и мы врезаемся в него. Как они так делают, на одинаковой скорости летают, я не понимаю. Че такое, Слышь, ты куда? Я не закончил с тобой. Гандон Найн. А ты чё падаешь, паскуда? Чё мы падаем, Слушайте, прям мурашки по коже, такая атмосфера тут. Это он, походу, разговаривает с каким-то меньше по званию, да, я как понял. И... Да-да-да. То есть старшего убили, и теперь младший остался какой-то там. Блин, ну самолет офигенно сделан. Давайте почитаем. Danger. Парашюты. Ну, один, два. Карта дополнена. О, да. Классная карта. Вот такого формы самолет. Интересно. Так, что нам опять нас отправляют куда-то? Вот прослушал, вот лось. Я не хочу прыгать. Нет. Никодовья, блин. К чему готов? Иди ты нафиг. Не, народ, это нереально. Я бы зассал спрыгнуть. Я бы зассал там стоять, а они еще и прыгают. Давай, нужно прыгнуть. Ну или упасть. Ох ты, ё. I believe I can fly. Ладно. Сейчас переиграем. Какая-то фигня произошла. Бабах! О, ловите, лови меня. Фух. Посидим, хрен. Спасибо, Грег. Будем называть его Грег. Грегори Хаус. Воу-воу, спокойно. А, вот этот пацаненок, наверное, управлял самолетом тогда. Мы с ним разговаривали. Ну, не мы, а Грег разговаривался. Привет. Такая у нас катсценка. Ура! Ура! Сэр? Так, и чё? Ох ты, сколько людей. Кто плачет? Ты дебил?
Слушай, можно ему вмазать, чтобы он не это? Паскуда. На тебе по хлебальнику. Спасибо, я могу еще раз. Не, мне не сложно, чувак. Ты окей, да? Могу еще? И тебе могу. Доктор? Доктор Хаус, как так? Ты что, только что там был? Опять она. Крепость черепа уже на горизонте. Да, кто не знает, кто такой череп, поиграйте в ранней версии Wolfenstein. Я вообще вам советую пройти Wolfenstein от первой до последней. Если у вас комп новый, то я думаю, у вас это почти... Это невозможно в ранней поиграть. Они не разрешают, что ли. То есть компы слишком мощные стали для тех игр. Я недавно пытался играть, но у меня там получилось, по-моему, Сталинград и что-то там еще. Потому что они одни из последних. Ёпта, это кто такой? Сейчас, по-моему, 47-й год, если я не ошибаюсь. И откуда там такие... Вот такое вот. Охренеть, оно меня выкинуло. Не трогай меня. Нет! Фух. Как это мы таким... Странным образом. Мэйдэй. Так, смотрим. Мы в дерьме, как сказал комиссар. Ну да. Кто понял, тот понял. Так, тут можно как-то пройти? Может разбить ящик тут, нет? Или вот здесь, нет? А, отвечаем. Грег, ты что, жив? Не шучу. Я понял, что ты не шутишь. Просто я сейчас наблюдаю на какую-то, я не знаю, хрень размером с пятиэтажный дом. Вот там стоял возле самолета. Сейчас покажу. Пойду, лодки найду. О, там турель. Да. Пистолет ни черта не сделает пистолет. Я его... Спокойно. Смотрите, здесь управление очень интересное. Левый shift плюс левый control, чтобы сделать подкат. Да. А еще интересная штука. Нажимаете alt, и вот так можете двигаться. То есть, не только влево-вправо. Наблюдайте, я нажал alt и нажимаю вверх. Вперед. Опа. Опа. Можно танцевать. Да. Коля террорита. Ну, ух ты, как вода сделана красиво. Очень интересный геймплей. Я такого я не видел, чтобы нажимаешь Alt, можно было вертеться по... То есть не только влево-вправо, а еще и вниз и вверх. Я, по-моему, тут это нам понадобится, вот эти вот вниз-вверх. Ух ты, ёптель, спокойно. Так, что у нас? По-моему, нам сюда не надо. Не, нам сюда не надо. Вода сделана круто, конечно. Сейчас. Ух ты, ё. Нас кто-то шмаляет. Это тот самый пятиэтажный дом, походу. Блин, быстрее, пока он еще раз так не сделает. Фу, посмотрите, какое огромное. Куда, А, вот сюда, да. Мы в самолете очутились. Не сюда, понятно. Идем дальше. Плывем. Вот сюда вот сказано. Нет, не сюда. Вот сюда сказано, да. Но я ж сюда пришел. А-а-а, я рано всплыл. Да, все нормально. Фух. Так, все, отдышись, Биджей, и поднимаемся. Hello. Как дела у вас? Привет, дружок. Я не знаю, смогу ли я его то здоровое расстрелять с этой штуки. Но маленьких легко могу. Все, покинуть? Да. Добраться до своих у нас заметочка. Будем читать по возможности. Вы знаете, что я люблю читать всякую фигню. Будем по возможности читать. О, Грег!
будем по возможности читать всякие документики. Это как Valiant Hearts. Интересно. Ну, Биджей же истинный ариец, голубоглазый блондин. Он должен быть за немцев. Надень, будешь музыку слушать по пути. Так, нам нужно туда пробраться. Чё, прям так, да? Погнали. Воу-воу-воу-воу. Пистолет-пулемет. Так, пока у нас есть нож. Ох ты, ё-моё. Всё, добрались. Ну, вот так выглядит прицеливание. Там бронежилет вижу. Нам сюда. Есть ближний бой? Есть. Так, нам нужно вот это все взорвать, да? Давайте взорвем. А можно, да, можно гайки дать. Давайте жизни. Вот, видите, 103 жизни. Потом оно будет... так это, если вы перебираете, ну, то есть взяли там больше жизни, чем надо, оно уходит. А потом будет такая способность у вас. Жизни останутся на месте. Левый Alt и... А, смотрите. Офигеть. Вот для чего оно. Так, оружие, автомат у нас появился. Но я, наверное, пистолет... Не, лучше с автоматом будем ходить. Хоть и в пистолете больше патронов, но пистолете в пулемете. Но эта штука лучше, ну, поубойнее будет. Воу-воу-воу. Нажмите Че, чтобы... Ух ты! Так что, можно вот так вообще ходить теперь? Ха! Интересно, да. Хорошо. Это мы учтем, но я думаю, мы с таким ходить не будем, потому что... Ну, если вы попросите, то будем, конечно же. Это вы всегда пишите в комменты. Ваши пожелания, я буду их выполнять. Воу. Так, ну нафиг, я туда не хочу, я хочу вот сюда пойти. Очень красиво сделаны вот эти вот анимации, прям касцена появляется почти. Твою мать. Прилив сил. Вот, видите, у меня 110. Можно взять и через верх, чтобы оно пошло. А я тебя уничтожил, паскуда, или тебе не надо уничтожать? Так. Хорошо. Давайте направляемся. Если что, нас вернут сюда, я думаю. А, нам... Ну ладно, давайте вот здесь выйдем. Не, не разбивай. Твою мать. Оно на меня смотрит? Нет. Ну, слава богу. О, нет, меня что-то валит. А, это вы? Дебилы. Напугали. Дурашки. Воу-воу-воу-воу! Где? Я нажимаю левую кнопку, и он его валит. То есть, сколько бы... Ну, если я не буду нажимать, он не будет бить ножом. Такая вот собачка у нас красивая. Был, наверное, какой-то доберман или немецкая, но ее сожгли, а потом вот таким этим экзоскелетом обшили. Это было нежданно, да, нежданно-негаданно. Ух ты, ё! Очень классная анимация и здесь. Вот, мы можем броню, кстати, брать с них. Очень классная анимация убийства. Я же говорю, они тут тупые все. Очень классная анимация убийства вообще всех в ближнем бою. Вот такую бы анимацию в Call of Duty я, может быть, играл бы. Вообще можно ходить и ножа всем давать. Вам так не кажется? Смотрите. Прям батла, твою мать. Да. Жизнь восстанавливается, но до какого момента я не... Так, опс. Блять. Не туда. Да, они вот с вот этой винтовки, они очень быстро умирают. И мне это нравится. Так, а что я, в общем-то, сделал? Зачем я туда бегал?
Скажите, пожалуйста. Здравствуйте. Вот так вот он ему ухо отрезал. Так, у нас есть два пистолета. А можно что-нибудь с ним сделать? Я читал, тут есть где-то... Ладно, это нам еще предстоит увидеть. Здесь есть эти перки для оружия. Да, то есть они валятся очень легко. Не знаю, наверное, на уровнях посложнее они просто не будут давать себя убивать в ближнем бою. А тут вот я нажал, и он сразу же его вырубал. Так, я читал, что есть перочки, да. Можно нацепить всякую интересную фигнь. Ну, это мы, нам потом, наверное, скажут об этом, потому что, типа, хрен ли ты, паскуда, спойлеришь. Звук такой, как, я не знаю... Так, убейте офицеров. Хорошо. А давайте почитаем, может, нам уже сказали. Пистолет. Так, перки. Да. Вот они у нас, видите? Совершить бесшумных убийств. И вот нам дали, вот, бесшумную стрельбу. Видите? Это все прокачивается само, и поэтому... Так, выбор оружия, автомат, наклон, граната, пистолет, пулемет. Быстрое убийство, выбор оружия. Ага. Пистолет. Для перезарядки. А вот не сказано, как тут надеть что-нибудь, можно или нет. Ладно, будем валить ножом. Да, вот вы можете почитать, если вам интересно. Я не думаю, что вам интересно. Так, да, вот. Блин, ну все-таки как-то ж... По-моему, на него цепляется глушитель. Я не помню, как. Честно сказать, забыл. Так, она нож. Ладно, ладно. Вот, ладно, хорошо. Будем проходить в стелсе, мазафака. Максимум патрон. Так, офицер, типа он теперь не сдаст нас, да, не поднимет тревогу. Так, а вот тут на нас смотрит, если тот не смотрит, а он не смотрит, ну всех в стелсе можно. Офигенно подрезал. Интересно, можно выбрать, как он убивает? Сейчас я, допустим, направлю нож вниз, он убьет. Так же, как сейчас? Не. Он сам убирает. Метнуть нож можно. Давайте вот здесь проверим. Нифига себе. Хорошо, будем теперь метать ножи. А если я выстрелю сюда, что будет? Понятно, что тут будет. Так, пошлите. Угу. Вот. Видели? Глушитель нам дали. А как его нацепить? Нажмите C, чтобы надеть глушитель. Вот. Вот теперь это стелс, это, мать твою, Splinter Cell. Наш третий будет. Теперь я постараюсь ходить с пистолетом, с глушителем. И кидать ножи. Ну да, тут можно всю игру пройти по стелсу, да. Это разработчики, конечно, нас обрадовали этим. И спасибо им за такой вот их подарочек. Стелс. Стелс не в каждой игре увидишь. Куда идти, твою мать? А. Я, конечно, не... Не, я не знаю. Как я сюда пролезу, скажите, пожалуйста. Я что, маленькая девочка какая-то или... Твою мать, ты что, расплющился? Как ты туда залез, скажи, пожалуйста. Так, обнаружен сигнал, смотрите. 16, 15. Значит, он где-то тут сейчас. Где ты? Я сейчас выйду, и он меня сразу же увидит. Вот, вот. Так, не трясись, сволочь.
Снайпер. Конечно, я снайпер. Все ясно. Тут с ножами, наверное. Ой, у них там зенитка. Так, сейчас все будет. Ребят, не переживайте. Жизни, надеюсь, восстановятся хоть немного. До 40 они восстанавливаются. Да, вот там стоит у них турелька. Я думаю, сейчас она нам устроит. А скажи, пожалуйста, откуда ты взялся? И куда ты делся? Убили. Убили негра. Ну ладно, ладно, ладно. Сейчас будем пробовать воевать. Как-то странно себя ведет игра. Немного. Так, по сути. Все нормально. Тут можно было подняться. Я не увидел. Честно скажу. Не увидел. Да. Нужен сигнал. Если бы можно было трупы еще сбрасывать. Их много очень набежало тогда, я помню. Поэтому нужно быть поосторожнее с этим. Может, мне можно вообще с ними не связываться? Я хочу стелс устроить, Чё за нафиг? Так. Можно, конечно, встать за пулемет и устроить им тут. Вот он. Вы поняли, я тогда убил того, а он прямо на него смотрел. Сразу же спалил меня тогда. Опа, он туда, наверное, нам надо, потому что такой кровавый стилет, прям хочется туда сходить. Открывается с другой стороны. Ясно, туда нам не надо. Давайте походим. Поищем боеприпасов. Что это? Вот, мы... Опять пополнили жизни через щур. Так. Не точно сюда. Какие у меня задания? Нажимаем. О, подавить зенитки. Немцы расстреливают наши самолеты, батареи из зараненных зенитных орудий, расположены вдоль обрыва. Угу. Блин, проскользил. Давайте мы же по стелсу проходим, а то там... Какие-то мудаки мне писали, что я не стелсовый. Хорошо. И куда я пришел? Зачем мне сюда? Тут, наверное, мы... Отсюда вообще... Вот бункер сделан, как в Battlefield 4. Там карта... По-моему, бункер есть на заводе 311, если я не ошибаюсь. И... Он так сделан, что ни хрена неудобно, блин. Они везде такие делают, что специально. Если стоя, то оно слишком низко. Если сидишь, то слишком высоко. Опа. Смотрите, мы сейчас, наверное, можем оказаться... А что там, мне интересно? Такая лампа, что ли? Опа. Ё, куда я попал, твою мать? Это похоже на кадр из игры The Evil Within, которая выйдет в октябре, или ноябре, не помню. Там тоже вот такая вот такое кровавое месиво было. Интересно. Так, что у нас тут? Собираем патрошки по возможности. Золотая медаль. Обнаружено золото. Окей. Вот эта дверь, которая не открывалась оттуда. Все, мы теперь можем свободно ходить. Только куда мне надо? Сейчас проверим. Так, может, я тут что-то не заметил? Какая-нибудь дверь. Рычаг. Ну вот, тут броня есть, да.
Я бы на их месте вот эту вот штуку открыл бы, да. Но каким макаром это открыть, сейчас посмотрим. Что тут есть? О, да. Такс, мы тут были. Слышно, ну, чувствуется, что они стреляют. Можно еще выше подняться. Стреляют с зениток. Такая дрожь идет. Так, тут сохранение прошло. Неужто ли мне сюда? Не понял. Кажись, сейчас жопа мне будет тут. Не, можно и гранатами закидать, да. Как идите нафиг? Вот так помогает нам вот эта способность. Ну чё, есть еще смелый? Вот там один. Все. Какой топтун? Что такое топтун, Это что, тут здоровый, да? Хорошее название. Где-то был уже топтун или топотун в какой-то игре. Тоже там был он такой здоровый. И надо было его убить, конечно же. Всех здоровых мы убиваем. Закон игр. Так, а зенитчик так и продолжает стрелять. Молодец. Нахрена я нож кину? Пойду заберу. Не туда! Гранаты очень быстро взрываются. Я тут... Если привычки по коду, то там хоть пару секунд, а тут она почти моментально рванула. Я мог бы не успеть убежать. Так, этот парень у нас вообще, походу, ему насрать, да? Добрый день, вы верите в Бога? А если так? О, о. Фу! Это, конечно, отлично, только, по-моему, эта штука огромная сайглится сейчас на меня. Не надо разворачиваться, не надо! Вот тебе прям туда в электрошок этот. Да пошел ты в жопу, слышишь? Нет, нет, нет! Не надо! Гори, гори, ясно, блин, паскуда! Вот тебе в пердак, он туда вниз, на! Ой, не, не на меня! Топтун. Чё? Воу-воу. Так, дальше направляемся. Сейчас у нас тут, наверное, опять будет какая-то засада. А что у нас тут? Какое-то разделение пошло. Мечта фюрера принести человечеству мир. О да, можете почитать. Да твою мать, опять не то нашел. Это так же интересно, как в Valiant Hearts было. Там у нас была Первая мировая, а тут вы можете про мечты фюрера почитать. Что я сделал? Серьезно. Ладно, допустим. Пока нам ничего не говорят. Что это так? Ух ты, ёпти. Воу-воу-воу, полегче. Хоть сзади не иду. То было бы интересно. Какая граната? Найди в жопу гранату. Придурок. А, тут походу расчлененка есть. Потому что я видел куски тела его. Разлетелись, как только граната взорвалась. Пошлите посмотрим. Ну, так расчлененки нет. Тебе хорошо? Конечно, все понимаю, но... Тебе хорошо? Два глаза только остались. Так, пошли, 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 пошли. Расчлененка. Где расчлененочка моя? Я не понял. Ну, собираем все. Это как в метро, блин. Ходим, пикаем, спамим на Е и собираем всякую хрень. Да. Так, дальше кто-то будет. Воу, воу! А, ты типа опасный был, да?
Не, чуваки, я в батлу играл, так что идите в жопу. Вы против меня никто. Вы ньюби. Идите климоры расставляйте по картам. Тысяча штук. Так. Можно, конечно... Привет. С тобой все хорошо? Я думаю, он уже не встанет, да? А этот почти как зигует, зихает, да? Что у них с рожами, я не понимаю. Вы в солярии пересидели или что? Чего все красные? Я это... В недоумении. Ну, давай, да, вот так вот. А туда мне можно? Ну, можно. Да, можно. Даже нужно. Эй, ты! Как дела? Hello! А, пробил через железо. Так, там были завалены, вы видели. Вот. Hello! Вот, завалены, и мы должны там, наверное, расчистить. Да-да-да. Бабах! Пошлите. Эти уже посерьезнее ребята будут. Хотя можно подойти и ножем. Ладно, он уже никуда не полетит, это явно. Пошлите. О-о! О-о! Иди в жопу! А нах пошла! Собачка, лови! Бум! Молодец, чувак, ты вообще красава. Да, вот, наверное, старший по званию такого бы не додумался. Это молодой, вот, поколение. Молодое поколение, это не всегда плохо. О, гарпуны. Прибежал, прибежал, да. General Death's Head. He's nearer to us now than he's been in years. Some nasty wounds you've got there, Private. Be sure to mind that bleed. Wait, should we just go and play? Eliminate the general. We cut the head off the crowd war machine. We don't. They're gonna have us for breakfast. You all right there, kid? Sir, my eyes are watering, and I think I'm gonna be sick. Is this normal? It's just nerves. I'm gonna teach you a trick. Inhale. Count to four. Exhale. Count to four. I. Свайм. Трай. Фир. Да, Грей сказал, мы победим, значит мы победим, все. За-за. Come on, bitch. Да, как отец и сын. Что-то с базой у него не то. Хороший план. Найдем, садим пулю и все. Ну ладно, я думаю, на этом мы сделаем небольшой перерывчик такой. 40 минут серия длится. Это не первый взгляд, чтобы ее час вести, поэтому сделаем перерывчик. С вами был Ноксвелл. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующую серию. Она будет уже скоро. Или уже есть.